Всем здорово, и сегодня мы играем в Fortnite. Ладно, чё, погнали. Так. Подбор игроков идет. Вот, решил поиграть в эту игру. Так что вот, немножко поиграл. Вот, видите, уровень 6. Сезон открылся. Вот, получил граффити, паутину такую. Потом вот такая загрузка, типа экран загрузки это. Вот. Потом получу вот этот танец. Как танец приветствия. Вот. Все, идет подключение к серверу. Вот. Давайте. Используйте дельтапланы при падении. Нажмите кнопку прыжка, чтобы использовать дельтаплан и не разбиться на смерти. Так, ладно. Играл я вот, и что-то меня все убивает. Не понимаю, как тут играть. Вот. Такая графика тут. В PUBG, конечно же, лучше. Ну, кто, кому как. Тут разминка идет у нас. Вот. Все, вот мы летим. Я летаю обычно, вот видите, такие фиолетовенькая подсвечивается. Вот я на них летаю, там либо три сундука или два бывают. Так, игрушка прикольная тоже. Вот сейчас я играю улетный бой, то есть тут идет 50 на 50 команды. Вот так могу сейчас не первый приземлиться тоже. Вот видите, сверху летает. Тут, видите, нам попался три сундука. Вот те вот я тоже не понимаю. Вот видите, справа там какие-то штуки загораются. Так и не понял, что за штуки. Тоже летят. Так, быстро. О, нормально. Ага. И вот, смотрите, вот видите. Что за кубики, фиг их знаю. Что это такое? А, это невидимость. Нифига себе. Прикольный вот так. Что тут можно делать? Вау. Тут даже летать можно. Или что это такое он делает? Прикольно. Первый раз беру вот то. Не видел, смотрите. Прикольные кубики. Че, они навсегда или как? Кто знает, напишите в комментариях. Ну, хотя в скором времени я скоро все равно пойму. А если я уберу его? Ага. Все. Все-таки не навсегда. Ну, я почти в зоне. У меня есть только ракетница. Мне бы еще сундучков. Вот обычно в этих грузовиках бывают. Сейчас посмотрим, будет, нет. То с одним РПГ вот этим ходить, так называемым. Может, тут как-то по-другому называется, не знаю. Нет, тут нету. Ага. Тогда давайте вот сюда. А, ну там все наши. Скорее всего, красная команда не пойдет на нас, потому что, смотрите, вон, видите по карте, сколько там наших. Может, автомат какой-нибудь вижу. Но РПК тоже хорошо. Хотя он с кем-то стреляется. Зачем тут лесенка построена, если тут есть нормально? Непонятно. Мне кажется, тут ничего не осталось. Все что-то ломают тут. Трон тоже, вот смотрите, все открыто. Просто все. Тут выломано. Вообще ничего нету. Опа-на. Это ты что так? Кого-то стреляют, смотрите. Все уже началось. Опа-на. Все, вырубили.
пацаны спасать. Пацан. А, все. Вот такая первая игра. Ладно, давайте еще раз сыграем. Так, вот сейчас у нас третья игра. Думаю, что сделаю нарезочку, потому что, ну, я играть не умею толком. Вот, меня все время убивают. Будут, ну, видели, как сейчас было. Я думал, этот пацан как бы убьет его, не? Ну ладно. Также тут есть скины, но они очень дорогие. Там по сезонам как-то я не понял. Там, типа, покупать, если как в PUBG покупаешь, то есть деньги, тебе дают также как бы больше наборов. Там покупаешь сезон, за сезон золотой какой-то там, вот, тебе дают сразу типа два скина, вот. Так что, кто хочет купить, покупайте. Вот. Все, автобус сейчас. Вот. Через 6 секунд. Думаю, все-таки, да, сделать нарезку. Потому что, ну, не знаю, до какого топа доживу. Летим опять же сюда. Если вот туда смотрите, вот видите, да, налево там. То там другие как бы противники, то есть красные. Все, влетаем. Или все-таки не лететь туда, не знаю. Потому что я как-то вылетел очень уж поздно. Не понимаю, как игроки так быстро. Да, да, есть, вот. Ну, мне кажется, смысла нету, да? Давайте вот в эти домики тогда. Или что это такое? Давайте вот тут что-то есть хоть заберем. Ага, ну да. Нормально. Дробовик. И патроны. Дробовик. 13 патронов. Ладно, походим пока с этим. Хоть что-то есть. Чем там ничего бы не было. А, тут так можно прийти, да? Че, вот как они летают, я не понимаю. Угу. Да, и напишите, как тут вообще играть. То есть, какие-то тактики есть, я не знаю. Просто если вот как обычно играть, тупо ходить тут. Строиться пока тоже, ну, так быстро тут не построиться, как на компе. Ну вот. Вот сундук. Угу. Есть какие-то гранаты и два пистолета. Два пистолета, наверное, тоже нормально. Не знаю. Надо нам так называемую зону, или как это называется. Просвет в буре. Ага. Вот я смотрел, то есть в Ютубе, да, там есть какие-то типа молнии, то есть они вот, ты появляешься вот там и летишь. Не знаю, тут такое есть или нет. Вот. Вот автомат какой-то тоже получил. Не знаю, что за бомба это. Еще вот есть, то есть ты кидаешь бомбу такую и там, короче, вот такая штука происходит, типа укрытие такого железного, вот. Вот тоже один скин был на коне какой-то. Я вообще вроде не в зону, да, заговорился. Бегу. Да, давайте вот тут бежим. Вот. Тоже вот такой вон там, видите, островок. Вот-вот, про это я говорил, вот видите. То есть сейчас вот там человек появляется и летит. Может, тут пока мало, ну просто я смотрел, там их
очень много кто-то стреляется. А тут, ну вот, раз, может, в игре есть и все. Тоже непонятно пока. Куда нам бежать? Давайте вот там пробежим. Кстати, вот тут есть сундук или нет? Вроде нету, да? Да, нету. Сундуки тут показываются вот там. Типа такие вот. Вот таких вот типа. Только там, я не помню, показывается, что сундук вроде. Вот. Лучше, наверное, вот с этим быстрее бежать, да? Также тут есть эти эмоции. Вот там. Ну, это самое обычное тут. Также есть вот паутинка. Так, а где нарисовала? Давайте вот так посмотрим. Вот, вот паутинка. Опа, кто-то стреляется. Там где-то что-то. Вот тут много аирдропов. Вот тоже вот все. Вот это аирдроп, летят такие шарики. Вот. Весит эта игра, по-моему, 2 гигабайта. Кстати, можно на аирдроп сходить. Опа, кто-то стреляет. Вроде кто-то ходил, нет? Мне показалось. Так, нашего одного убили. Опа, смотрите, что я нашел. Миниган. Давайте, ну что заменим? Давайте вот на этот. Ага, патроны надо. Карманный форт. Вот это, наверное, вот про это я говорил. Да? Или что, нет? Да-да-да, вот. Про него я говорил. Золотой миниган. Тут опять стреляет. Сейчас будем в зоне. Там, кстати, как раз можно его запустить. Опа-на. Давай-давай, чувак, сюда. Давайте сядем. Кто там стреляет? Вон чувак. Они вроде сюда строятся, нет? Давайте кинем, нет? Так. Что-то опасно стало. Я вообще никого не вижу. Вот еще есть какие-то штуки, липучки тоже. Вообще никого не... Опа. Кого-то убили, да? Вот липучки. 7 штук. Давайте вот этот возьмем. Нет, вот этот. Ага, вот что еще лучше есть. Вместо пистолета. Да, все, убили его. Нормально. Просто я не говорю в такие моменты. Опа. Вот и всех идут удачи. Все патроны. Опа, скар. Давайте. Скар. А что, забрали, да? Ну ладно. Винтовка, кстати, тоже не. Патронов не. Ну ладно. Поэтому мы тоже сами. Опа. Опять тут стреляется. Где стреляет? А, вон, чувак. Вс,
все убили. Давайте посмотрим, что там есть. А, он какой-то простой был, наверное, да? Древесину, кстати, может забрать. Говорю, пока толком не умею играть. Это что такое? Взрывается сюда подряд. Меня тут не подорвет. 14 на 14 играю. Вот. Интересно, кого он пил, убьюсь или нет. Скорее меня убьет, чем я кого-то убью. Вон, вон, смотрите. Ага. Чё он застрял-то? Давайте тут построим что-нибудь. Можно тут построить? Так. Ага. Офигеть их там. Ну вы посмотрите, вон, видите, сколько их. Ай! Надо отсюда вылить. Сколько у меня жизни? Это же офигеть. Давайте присоску. Давайте. А, не видно стало. Так. Я сейчас обойду. Давайте поможем. Что не говорю, да. Все, его убили вроде. Все нормально. Мне надо полечиться срочно. Бум. Давайте заменим. Ай, три штуки. Давай сейчас присосками туда вверх или что. Вон, смотрите, на меня сколько набрасывается. Все. Ну, чувак, чувак. Чё хоть сделать-то? Нифига себе, ракета летит. Бум. Ай, не долетел. Вот, ещё раз. Оп. А, как долететь? Можно вот сюда, да. Вот, все. Если туда, то как? Давайте вон патрончики какие-то. Нифига себе, у меня патрончиков-то 806. А, пистолет, пулемет. Нормально так. Все, попробовать сюда. Все, королевская победа, все. Никого не убил, но все равно помог чуть-чуть там. Вот. Ладно, первая это моя была игра. Это, ну, с вами, то есть записывал я. Вот. Ну, все. Всем удачи, всем пока.